Дамы и господа, здравствуйте. Шалом алейкум. Рады приветствовать вас. Слушай, мы сегодня экранчик совсем не видим. Но я чуть-чуть вижу. Ну, ты там подслеживай. Рады приветствовать вас на... Мы начинаем наши новогодние выпуски про пиво крепкое и все остальное. Они вылезли в декабре. А похер уж, это в середине декабря уже. Нет, ну блин, не, я надеюсь, что это немножко ближе выйдет здесь. А похер. Короче, в чем идеология? На самом деле вы увидели вкусовщину, которая была, мы ее еще не записали, но мы надеемся, что вам понравился. А, мы продолжаем наши новогодние декабрьские выпуски ТВП. TBP in the game. Не знаю, не спрашивай. Короче, с вами Денис. Алексей. И теория большого пива в рамках ТБП. Короче, что у нас сегодня здесь будет? Так, беззвучный ставим. Что у нас, Денис, сегодня за выпуск, брат? Крепкое пиво. А что за крепкое пиво? После которого ты крепко ходишь в туалет? Ты снова задал сразу планку неберущуюся. И снова седая ночь. Так, да. Экстра шутки, блин. Ребята, скажите спасибо, что на фоне сегодня не борщ. Была мысль, хоть каким-то образом заставить вас посмотреть, но мы прекрасно понимаем, что кому-то нравится, кому-то не нравится. А как сказал... Шутка? Ну, не могу договорить ее, потому что слишком политично будет. Так. Политично. Сразу начинаем? Или какие-то вступления, что-то... Можно маленький респект? Второй респект, я надеюсь, я не забуду в первом сделать. Жека, родной. Спасибо. Но мог бы вот мажор, он пьет брюдок, который не поставляется уже в Россию. Я только что сходил в туалет, у него там до сих пор втулки смывающиеся. Нет. Да. Нет. Я оторвал последнюю бумажку, там смывающаяся втулка, все нормально, я ее бросил, смылась. Ты, надеюсь, точно проверил, что он да. Там просто, если она коричневая, она не написана, что Aquatube. Он... Акватьюб. А? Вот, чтобы вы понимали, да? Ну, я не знаю, ребята, это, наверное, это остатки... Все уже давно, блин, папирусами подтираются, старыми запасами газет, у него смывающиеся втулки и брюдок. Ребята, это остатки роскошной жизни, он все брешет, он сам попил такого. На самом деле, ребята, кайфуем, потому что пиво не очень дорогое. Я не знаю, можем ли мы говорить про просроченное оно или нет, но пусть это останется на губах Алексея. Кусочки льда, просто вода. Итак, крепкое пиво, брат. Бельгия. Что предпочитаешь? Бир. Ну, в общем, все. Короче, у нас на самом деле был видеоролик про крепкое пиво. И был он 4 года назад. Это был, блин, как будто бы уже очень давно было. Он недавно не попался в рекомендованных. Я там сижу вот такой вот харий. С окладистой бородой вот до сюда вот. Теперь ты понимаешь, да? Я всего лишь полгода наслаждаюсь тем, что я хоть немножко другой, а я все это время там такой сижу. Ну, кстати, у тебя лицо реально огромное было. Вот вы обратите внимание сейчас, как он побрит. Вот, то есть, я когда его вижу таким, я прям не узнаю, потому что он очень коротко стрижет. Каждый раз пытается со мной познакомиться. Да, серьезно. Короче, крепкое пиво, я посмотрел, я не смотрел видос, я помню, что мы там с тобой бомбили все дела, но все-таки мы повзрослели с тобой немножко и можем, возможно, что-то из этого вычленить хорошее, да, отчасти. Да. Тем более, что у нас сейчас крепкое пиво запоролся видеоролик благодаря Денису Кардигану. Кардигану Дениса, вернее. Там целая совокупность факторов, и Кардиган, поверьте мне, не самый первый. Ладно, Кардиган был рэперной точкой, после которой я понял, что монтировать это невозможно. С чего начнем? Стой, ты не так резко-то, ты как попонос. Итак, первое, что у нас идет, это Amsterdam Navigator. Как правильно? Пиво из молодости. Серьезно, у тебя пиво из молодости, навигатор? Так Amsterdam Navigator, блин, это в мое студенчество начали уже привозить. Я сразу скажу, возможно, если вы после этого видеоролика пересмотрите первый, вы такие, типа, блядь, вы же то же самое все говорили. Короче, ребята, мы не можем запомнить все, что мы говорили. Это было 4 года назад. Я даже порой... А сколько у нас всего роликов было? За это время. На канале? Да. Слушай, я не могу вычленить, к сожалению, ТБПшные, но... А я не знаю, как это посмотреть. А там до ТБПшных было буквально штук 8-10. Ну, может, да. чуть побольше. 100%. Я недавно доматывал до конца, чтобы просто интересно, да? Что там с лагерем, может, что изменилось. Я очень много скрыл.
Я скрыл много, типа, про вейп, я скрыл видос, где я рассказывал, что... Ну вот про вейп я, по-моему, не видел, да. 369 видео. Ну, где-то 300 мы точно сделали. Больше. Нет, 340 где-то точно есть, да. Мы, в общем, немножко... 340 видосов, из которых последние 3 года минимум по часу. Да капец, сколько времени, сколько времени. Ребятоньки, родненькие, если вам не сложно, перед тем, как мы начнем все это дело дегустировать, пробейте огромный палец вверх. Сегодня мы не только говорим о пиве, давайте будем честны. Мы говорим и о жизни, и что-то еще обсудим, и все дела. У всех уже предновогоднее настроение, на самом деле, у многих. А у тебя, типа, началось предновогоднее настроение? Нет. Блять, у меня вообще нету. У меня, типа, елка, ты видел. Предновогоднее. Вот Лен говорит, тоже нету. Да? Ну, Лен. Амстердам, значит, да? Да. Ну, пахнет, конечно, не Бельгией. Будем честны, спиртом. Ну, так не спиртом, но мы такой легкой спиртяшкой. Но мы абстрагируемся, пожалуйста, да? Мы пытаемся все-таки, правда, что-то найти хорошее из этого. Ну, вот навигатор для меня, вот он с годами, ну, по-моему, слушай, не меняется. Он неплох. Там вот как было вот это вот ощущение, да, там плюс 6 с лишним градусов, так оно и осталось. Единственное, что может есть хмель, но он настолько забивается вот этой спиртуозностью на послевкусие. Я спиртуозность не чувствую вообще. Слушай, а мы не хотим с вишенки твоей начать? Хотел предложить тебе в самом начале, но я же забыл. Так, короче, ребят, фишка в том, что Диня сделал очень классную штуку. Я ему 100 лет назад об этом говорю, чтобы он сделал. Он меня не слушал. И в этот раз, он, не знаю, послушал ли он меня, либо он сам это пришел к этому. Да не, мы просто приехали на дачу, видели вишневый куст, усыпанный ягодами, который уже начал осыпаться. И такая, есть эту дачную вишню невозможно, потому что она горько-кислая. Mm-hmm. И ярко выраженный вишневый вкус, mm-hmm. запах и все остальное. А куда офигенно. Ее? На варенье переводить? Нахер оно кому нужно? Поэтому была взята двухлитровая бадья, забита доверху вишни и залита 45-градусным дистиллятом. Вот и все. У меня есть знакомый из Америки, и он мне скидывал фотки. Короче, у них продается такая штучка, она в виде банки продается. Там прям сэмэдж вместе с вишенкой. Да, это очень... Я ему все время скидываю... Оли смоки, по-моему, называются. Да, да. Я ему скидываю, сделай такую же тему. Типа, ты же делаешь очень вкусно, не сладко, обалденно, терпко. Но единственное, Оли смоки, насколько я помню, там все-таки что-то 45 или 60 градусов. А где купить это можно, День? Вот это? Нет, для начала вот это. Нигде. А, нигде это. Ну, ребят, сорян. Единичный экземпляр. Я сделал все, что мог. К сожалению, да, единичный. А вот это, если ты спросил, где купить, то это элементарно. Это у нас появился сайт, ты в курсе? Да. Это, короче, tebopi.ru. Оригинальное название, согласись. А точно так? Да, tebopi.ru. Лен. Я сам домен делал. Понятно. Вот, и там можно найти наши качественные футболки из качественного материала. Там... Дай угадаю дальше. Худи, значки, бокалы, новогодние бокалы. А дождевики остались? Да. Один? Ну, сейчас зима, сейчас быстро разберусь, сейчас зима. Два началась. Дождевика осталось. Очень классные. Fuck you, дождь. Купите дождевик, точно до весны дождей не будет. Как я с снегоуборочным автомобилем, да. Короче, имейте в виду, на самом деле у нас сейчас серия новогодних бокалов вышла. К сожалению, пока Лена не хочет их пиарить, потому что коробочки еще придут только там, типа, какого, Лен? 17-го. 15-18 числа мы-то хотели красиво все, но они уже у нас есть, поэтому имейте в виду, в общем, бла-бла-бла. Ссылочки все в итоге без коробок ты будешь продавать или нет? Так она уже продает. Ну, потихонечку, без коробок можно. Mm. Если вы очень тихо зайдете на сайт. Знаешь, как будто бы... Если что, можно без ЕГАИС. Что скажешь? Ты знаешь, вот, может, я настроен достаточно позитивно сегодня, но не могу сказать, что у меня есть какое-то говнище. Надо к этому относиться как к тому, что ты выпил. Вот идешь, как мы с тобой говорили, с гаража, идешь откуда-то, и тебе надо быстро наебениться. А давно ты с гаража-то ходил куда-нибудь? А у меня гаража нет. Ну, представим, ты вот ты машину поставил, это твой гараж, там вот навес там. Вот откуда? С баней, которая... И ты такой, блин, пока до дома не дошел, надо побыстрее наебиться. А то за меня кулька с пизды даст.
Но здесь такое расстояние до дома, что быстро наебениться можно только чистым спиртом. Который, кстати, стоит у меня там, не обратил внимания, тебя ждет. А, там? Да, это передали спирт тебе. Андрюха с подворья передал спирт, он сказал, типа, лимончелло получается идеально на нем. Он сказал передать, типа, что он такой, ну, ты вряд ли будешь делать. Ну, я такой прочитал в его губах, чел, ну ты же рукожоп, блядь. Отдай Денису, он все сделает нормально. Там какой-то спирт прям вообще лютейший. Так он сам делает или это покупной? Нет, это вот как все вот эти истории. У меня брат на заводе. Через забор, работает, через забор перекидывает. Через забор канистры лично ловил, да, вот это да, вот все. Да. Сережа. Нет? Нет, не-не-не, у него прям там какие-то хорошие. Ну, слушай, Андрюхе можно доверять, это прям на точно. На русском стандарте. Ну ты мне-то только отдай лимончелло, если будешь делать. Я прям хотел бы попробовать. А ты умеешь вообще делать лимончелло? Там делать-то нечего. Корки да... Ну там лимон должен быть не совсем тот, который в магазинах продается. Там сок должен быть, по-моему. Нет, там именно корки цедра лимона, который итальянский, если не, или сицилийский какой-то. Они, короче, знаешь, лимоны бывают обычные, тогда проблем а бывают ноздреватые, которые вот такие вот, как вот... скукоженные. Да, вот нужны вот эти вот лимоны, там есть свои особенности. Там можно делать со сливками, с молоком, как угодно, или просто без них. Ну, короче, там куча рецептов, но... Со сливками? Да, со сливками. Со сливками? Делают. Спирт, да. Сливки? Да. И что там очень будет? Очень вкусно получается. А оно же расслоится. Нет. Разная плотность напитка же. Там водка все... Все прекрасно смешивается, да? Не расслаивается, да. А, ну это же спирт, там сколько, 90, там его надо разбавлять, скорее всего. Ребят, да еще откуда реально спирт? Не, хороший, блядь, ну вряд ли плохой. Ну, если ослепнем, значит, имейте в виду, это значит заведение называется подворье, а второе это башня. Вот он там администратор, сам глава, короче говоря, вот этой всей истории. Ребят, не могу не похвастаться, с кем сегодня сижу, просто завидую сам себе, если честно. В хорошем смысле, без прикола. Посмотрите, как, посмотрите, вы редко видите, когда такие моменты. Денис сегодня в занавесках пришел. Это Сереженька скукоженный из Таиланда своими руками привез, блин. Не, если штаны. Если честно, офигенно. Это мои любимые. Они, типа, это лен еще, скорее всего, да, какой-то? Это что? Лен. Нет, это хлопчато бумажный, скорее всего, обычный. Да? Ну это хлопок Таиланда. Они офиги, в них можно дышать. Я просто такие... Да, жопой прямо. Можно рот заклеить, все нормально. Штаны будут дышать за тебя. Можно еще трубку, знаешь, такую поставить сверху. Ладно. По пиву. Давай сегодня да, нет. Да. А может нет, а может да. А может это все слова. Продолжите текст данной группы. Лен, сходим на концерт этой группы? Мы же теперь любим ходить на концерты всех групп. А ты не будешь рассказывать, как ты сходил на концерт? Я буду рассказывать об этом, типа, где мы будем крепыш снимать. А, ну ладно. Но это, типа, очень сложный видос, на самом деле. Ну, в плане того, что нам наконец надо будет оставить все. Ну ладно. Да и... Не, у меня так-то... Мы такие, час времени сидим, держим себя в руках, такие... Главное, ничего не говорить. Не говори, и потом не говори. Последние 15 минут. Да, вот это вот все. Короче, не знаю, я скажу так. Для меня это пиво крепкое. Оно не очень хмелевое. Оно действительно стронг, что называется. Конечно, никакой Бельгии здесь и не пахло, и не пахнет. Но в целом, не знаю, как будет с утра, чисто одну бутылку. Но вкуса вот как такового здесь не получаешь. Не соглашусь, немного. Охота, на мой взгляд, была вкуснее в свое время. О том, что это нормальное пиво, по факту нормальное пиво, нам говорит хотя бы тот факт, что при 7 заявленных алкоголя у них начальная плотность 14,2. Это значит пиво насухо сброженное. Там нет остаточной сладости, оно практически не сладкое. Сколько у нее плотность? 14,2 и 7 алкоголя. Соответственно, мы имеем... 14,2 же? Да, 14,2. Соответственно, мы имеем практически насухо сброженное пиво. Это нормально, там нет сладости. Сладость здесь именно остаточная, именно спиртяжная такая. Извини, отрабатываю. Именно сладость от спирта. То есть солодовой сладости здесь нет. И по факту это крепкое, нормальное, хорошее пиво. Именно если с точки зрения вот брать крепкое пиво, хорошее или плохое, это хорошее крепкое пиво. Ты можешь себе представить себя в том, что ты это употребляешь? Ну, только честно. Да, потому что я неоднократно говорил, неверующие мне можете пересмотреть видосы, где фигурирует Амстердам Навигатор, а он у нас фигурировал не один, и даже не два раза, насколько я помню, потому что он появлялся даже в моей подборке появлялся, когда я приносил пиво, которое я пью постоянно, это 100%.
Нет, не в Пенопаке, там были какие-то выпуски, когда карантины были, вот эта вся история. Сейчас нет ощущения, что где-то в Москве в Пенопаке охуели. Такие бы ж не брали это. Короче, я раньше это пиво брал, я, как сейчас помню, я в Ленте, когда не хочется загружать организм большим количеством жидкости, нафига, просто выпить пиво, но чтобы эффект был как от двух бутылок, типа того. Я брал Навигатор Амстердам, это для меня всегда был эталон крепкого нормального пива. Это абсолютно нормально. У меня просто вот именно вот то, о чем ты говоришь, это всегда была охота. Вот почему-то я не помню в своей молодости Амстердам. Ну, я бы его пропустил, типа, я бы сказал «да». Ну, да. Типа, это нормально. Опять же, под всякие ситуации... Я его почему-то помню в молодости в банках. Вот помню почему-то, по-моему, банки были, по-моему. Банки были точно. Но банки, по-моему, появились буквально недавно. Может, ты переливал в банку? Трехлитровую, да. Я сегодня одну баночку. Я по баночке и домой. И от гаражика дойти до дома. Очень медленно ползти с трехлитровой. Очень медленно буду ползти. Не знаю, в целом норм. Давай следующее. Иначе мы просто очень долго будем. А мы и так сегодня долго будем, потому что это 1:20 минимум. Расскажи мне, пожалуйста, но нет ощущения, что после трех выпитых вот таких бутылок ты приходишь в состояние, ну, такое, мягко говоря, уже пьяно-спиртовое и проще водки выпить? Но... как ты думаешь, если есть люди, кто берет себе четыре бутылки вот такие? Укоротить путь от нормального состояния до состояния крайнего алкогольного опьянения, в любом случае крепкий алкоголь лучше сразу начинать пить. Это понятно. Но мы же сейчас пытаемся выяснить, а как это можно сделать с помощью нормального крепкого пива? Ну, ты себе видишь человека, который покупает 4 бутылки, например, вот такого пива? Ну, объективно тебя спрашиваю. Я себя помню, было пару раз, я покупал 3 такие бутылки. И выпивал? Ну, да. Ну, у тебя гараж далеко находится, с другой стороны. Ну, да, и завтра выпилить-то, гремя этой посудой. А как, кстати, гараж поживает твой? Я все забыл спросить тебя. Там теперь еще там уже, там второй этаж уже появился или нет? Нет, там теперь еще 2 скамейки с улицы Правды стоят внутри. А, да? Да. О, блин. С цепями, все как положено. Ты туда перегрузил? А как да ты как их куда их деть? А как ты их довез? На машине. Вот на твои... На твои... Нет, в мою не влезло. Нет, а на чем? Ну, такси? Там, мы заказали, это же я заказал этот грузовичок. Не, Яндекс грузовой с водителем. Я думал, Суперджет может опять. Нет, этот Яндекс, который с водителем, грузовая машина. Ну, приезжает. Я понял, называется такси. Доставка. Да, доставка. Да? Кстати, а если Яндекс Плюс, то там, по-моему, кэшбэк возвращается. Так вот, приезжает молодой человек на бычке, если я не ошибаюсь, становится к нам на улицу Правды в этот проем, в въезд в арку. А я в этот момент, по-моему, с Пашей, Пашей Гарашев был, он мне как раз помогал. Да, Пашка был. Быстро отстегиваю, потому что не успел вовремя это сделать, машина уже стоит, я последние закручиваю, скручиваю винты, стягиваю цепи, а там водитель стоит, такую машину, смотрит на эти все приготовления, мы с Пашей чуть ли не бегом, чтобы машину не задержать, мы-то из благих побуждений бегом это все, и такие быстрее, чтобы загрузить и уехать, и мне вслед за ним в авто, типа того, и водитель смотрит на это все такой, вторую грузь ему такой, а мы их точно не пиздим. Такой, нет, все нормально. Что значит мы? Ты. Что значит мы? Да. Ну давай, Левенбрау. Ты знаешь, Левенбрау синенький. Я не знаю, рассказывал тебе эту историю. Нет, курицу я, конечно, не пиздил под этим пивом. Но у меня были дикие прилеты по теме того, что где-то лет в 19 я обнаружил это пиво. Именно синий Левенбрау. Это было очень вкусно. И ты знаешь, восприятие пива тогда и сейчас, оно очень разное в плане бренда. То есть мне так казалось, я даже не смотрел на вот контр-этикетку. Я такой, типа, блин, немецкое пиво. Ни к чему было, что оно стоило, типа, 60 рублей там, или 40 рублей. Нет, это, естественно, сейчас делается НБФ, наверное, скорее всего, делает. Да, клин. Вот. А тогда-то ты такой... Тебе надо было насрать, что кто там что делал. Типа, название на немецком. Вот ты вот так поставь Левенбрау, Степан Разин, там Балтика. Такой, о, Левенбрау, возьму немецкое. Ну ты же тогда не вдавался в подробности, господи. Подожди, а это разве немецкое вот это вот, эти гумляусеры, все вот это Гумляу? Левенбрау, по-моему, это немецкое. Китано. Левенбрау, это немецкое пиво?
Нашла ответ на alkafam.com. Слушайте, Lohenbräu – одна из самых известных в мире немецких пивных марок. Китана. Закрой, пожалуйста, рот. И спасибо за подписку Яндекс.Плюс. У меня после интеграции должно быть скоро. Готовишься? Да, обещали новую Алису прислать. А поехать на родину этой пивоварни, а точнее полететь, вы можете с помощью авиасейлс. А, да? А что такое авиасейлс? А ты как к Lohenbräu относишься? Никогда не было это пиво у меня в приоритете. Никогда. Угу. Почему-то. Не знаю почему. Все время оно у меня проигрывало, стоя на полке рядом с Амстелом, тому же Амстелу. Оно сладкое. Оно прям, да, вот такое, как будто с переизбытком сладости. И еще какое-то оно на послевкусие такое... Нет, оно не сладкое. Оно немного сладкое. С кислинкой, это да. Нет, не сладкое. Ну там 8 алкоголя при 16 заявленной плотности. Мне Амстердам больше понравился. Ну, я тебе объективно говорю, вот, ну, пока не с чем сравнить, но здесь как-то вкуснее было. Для меня именно сладкое. Нет, у меня есть небольшая кислинка, у меня есть абсолютно четкая. Здесь гораздо больше спиртуозности, и пить ее большими глотками я бы нормально не смог. Если Амстердам Навигатор можно пить, вот просто заливая бутылку в рот, то есть, ну, реально не отрываясь. Что бутылку в рот чего? Амстердама? Да. Вот, ну, вот так просто залпом? Вот так вот пить, да. Залпом? То вот это я большими глотками пить не смогу. Mm. Здесь очень большая спиртуозность по сравнению с Амстердамом. Ну, по сути, 8. Мне просто не нравится вкус, мне не нравится сладость. Мне такое ощущение, что она здесь и спиртовая, и солдовая, и все на свете. Ну, это мне так кажется, мои соски так работают. Опять же, может быть, это чисто... Ты, скорее всего, опять путаешь спиртуозную с небольшую сластинку с солдовой сладостью. Спирт, он сам по себе, этиловый спирт, он, да, имеет сладость. У него на послевкусие есть сладость. Мне, ну, как-то с переизбытком сладости. Вот, ну, почему-то я здесь чувствую прям переизбыток. Опять же, можно сейчас там сказать, что на ковид сослаться, по-другому работает. Тем более, слушай, я что-то тут подумал, ты меня давно не заражал ковидом, кстати. Скоро уже год, полгода пройдет. Сейчас найду кого-нибудь. А, у нас стрим какого числа? Лена, какого? 20 числа мы думали стрим сделать? 23. Ну, все, для к Новому году будет. У меня время есть, да? Да, время есть. Мне не очень. Опять же, вот здесь будем теперь отходить так, что я бы, типа, вот... В выборе между вот этими двумя я бы выбрал Амстердам. Но мне такое, опять же, надо понимать, что я не люблю 8-градусное пиво. Я люблю заканчивать там посиделки в баре, хотя вот в последнее время я этого уже и не делаю, потому что, ну, старость... Ну, 8-градусное пиво 8-градусному пиву рознь. Ты England. Совсем недавно пил камерадский бальзамик вот этот. Офигенный. Который там больше офигенный. 8 градусов. Ну да, там 12. И просто сидел там, как день. Это можно сделать? Блин, жалко, ребята, вы не увидите этот видос, потому что там звук, конечно, вообще упоротый, и мне просто стыдно вам такое скидывать. Нет, мне не нравится. Искренне тебе говорю, мне больше понравился Амстердам. Амстердам, но да. Вот если брать из двух зол, то Амстердам прям прикольный. Честно, я бы хотел в конце сегодняшнего видеоролика кое-что сделать. Мы возьмем самое вкусное, которое осталось пиво, и попробуем, знаешь, что сделать? Ты еще... Крик. Ты знаешь, что я хочу. Я знаю, а ты уверен? Да, конечно. Ну, в конце-то. Ну, мы же после этого видоса ничего не будем писать. Мы, короче, разбавим Дениса напитком и попробуем, может быть, блядь, может быть, вот так пивовары и начинаются. Печально, что люди... Хуёвые какие-то пивовары так начинались. Печально просто, что люди все это видят и слышат такие, ёб твою мать, и мы на них подписаны. Амстел. Амстел, Амстер. Дженни from the Black. Опять 7, так же, как и в Амстердаме. Ты вообще видел, что в футболе происходит? Не-а. Японцы ебут. Кого? Всех. Корейцев? Нет. Они им там ближе. Немцев, короче. Я футболом не увлекаюсь, но я знаю, что Германия вся хорошо играла. Я сегодня, когда в машине мы с Леной к тебе ехали, какой-то стрим на фоне у меня играл, и там Корея какая-то очередная забила кому-то. Ну это, наверное, там это, южная. Ну, я не уверен, что Северная сейчас принимает участие. Вообще не уверен. Слушай, оно как будто бы легкое, нет? Ну, кстати, мне нравится. Прям легкое.
А сколько оно градусов? Как будто оно градусов 7-6. Слушай, а мне больше, чем Амстердам навигатор мне нравится. Мне тоже нравится больше. А, 7, оно и есть 7 градусов. Так, а не, мы... вот это вот сейчас номер один. Прикольно, 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 классно. Что с Шелдоном? Что с футболом? С футболом, короче, в общем, я не увлекаюсь этим всем. Я опять сейчас всем все объясню. Я тоже вообще не увлекаюсь. Понятно, я это не смотрю, не отслеживаю новости, проматываю, потому что мне это тупо неинтересно. Ну, не хочу я слышать про футбол. Но, так как инфополе огромное, и нас, масса информации, она со всех сторон, естественно, это ко мне все равно прорывается. Единственное, что я сейчас знаю про футбол, это то, что сейчас почему-то вся эта Юго-Восток Азии просто рвет Европу, Южную Америку и всех остальных. Там Германию выпиздичили, Бразилия рыдает там тоже, я так понимаю, от Кореи, наверное. Ну я, Дени, я говорю, я так вскользь проглядываю эти новости, типа я короче, не увлеченный человек. Как это любят говорить на одном небезызвестном телеграм-канале и в принципе на России-24, какой-то закат Европы с точки зрения футбола, блин. Это все, что я знаю о футболе на данный момент. Ну, а ты там подчерпываешь знания о футболе? Ты не поверишь, но оттуда вот информация приходит вот в первую очередь. А я заходил туда, видел. Ну там они типа гомосеки проиграли, блядь, там вот такая была новость. Ну условно, если там типа не вдаваться в подробности, там вот какая-то такая тема была, я такой типа, блядь, ну понятно, окей. А что мы про футбол-то начали? Давай закончим с пивом. И потом ты мне расскажешь про футбол, и я хочу твое мнение. Как ты начал про футбол говорить? Я охренел. Я вспоминаю, знаешь, чемпионат мира Франции 97 года, когда я увлекался футболом. Я, знаешь, я не знаю, насколько ты увлекался или совсем нет в детстве этим. Я в порыве юношеского максимализма однажды купил себе шарфик «Зенита» с черепом на шарфике и надписью «Смерть врагам» белым по синему. И два раза сходил на футбол на стадион со своим студенческим другом Богером. На этом мое увлечение футболом закончилось. Богер, который я знаю. Ну, с которым я вместе учился в институте. Ну, которого я знаю. Нет, не знаю. Навряд ли ты его знаешь. Вы не видели. Богер? Это вот. Не... Нет, не нет, нет, ну, окей. 100% нет. Угу. И на этом, в принципе, оно очень плавно сошло на нет. И я как бы такой, зачем я это сделал? Надо это было кому-то. Нет, подожди, стоп, ты не понял меня. Я имею в виду футбол в... Смотри, я тебе объясню свою ситуацию. Мне было лет, сколько, 7-8, может быть, даже, да не, раньше, наверное. Мяч появился, подарили мяч, мы начали играть, короче, мы начали набивать, я до сих пор, кстати, могу, у меня был рекорд, ребята, вот правда, без пиздежа, по-моему, 200 с чем-то, Ванек знает, точно. В этом виде спорта у меня рекорд 2. Я, короче, очень, я даже до сих пор... Третий раз я всегда промахивался. Я сейчас могу спокойно набить, типа, 10, 15, 20, но если чуть потренироваться, думаю, да, потому что раньше я мог, типа, с ноги на коленку, с коленки, типа, знаешь, такая игра была, как же она называлась-то в детстве, когда она была, типа, Королек, по-моему, называлась. Я только квадрат умел. Квадрат я всегда играл. И, короче, вот эта вот история, она была прикольна. И был вот как раз чемпионат мира. Я почему-то, знаешь, почему запомнил Франция 97? Потому что сникерсы были с этой Франции 97, и у меня прямо отложилось это в голове, потому что сникерсы, это была типа такая редкость. И я эти этикетки сохранял, как вкладыш себе. Там был Давец. Там... Выкинули все. Там была... Ты с кем говоришь? Я сюда кинул. Там фишка была в том, что, по-моему, в итоге чемпионата оказалась Франция и Голландия. Я за Голландию болел все. Там был Давиц, я обожал Давиц. Это такая вот история. У него такие вот эти вот пироги отсюда росли. Он темнокожий был. Может, не пироги, а какие-нибудь змеи? Ну, змеи, да, не пироги. Пироги. Ну, короче, я просто безумно болел за Голландию. Мне тогда уже нравилась Голландия. И в итоге выиграла Франция. И потом как-то что-то с ребятами на футбол поразил. И потом все. И меня потом просто, знаешь, типа... Ехала, болела? Да, блин, я, кстати, для... Ладно, я в следующем выпуске тебя подъебу. Я столько интересных... Ладно. Что с Шелдоном? Что за веб-камера? Мне определенно это нравится пока больше, чем все. Не веб-камера. GoPro-ха все та же, которая моя, но я на Алиэкспрессе случайно в рекомендованных попалась эта фигня, которая вешается на собаку. Здесь крепление, здесь сзади, ну, чтобы крепко все держалось. То есть, скорее всего, у вас с Панином одни и те же рекомендации в Алиэкспресс.
Извини. Нет. Ладно, ладно. Ну. Я видел краем глаза формат съемки, там явно не от собаки снимали. Там был какой-то оператор. Извини, договори. Так вот, и у этого крепления есть возможность GoPro-ху на собачке закрепить как вот на груди вот здесь, вот, то есть чтобы смотрела, и вот верхняя часть морды была видна, так и на холке тогда будут видны два уха. И также это крепление, у GoPro-хи же все крепления вот эти вот быстросъемные, они можно поменять местами и наоборот поставить. И можно еще поставить GoPro-ху назад, тогда будет как бы съемка от жопы собаки. Ребят, то есть, я, там хвост вот так я, вот, я найду, будет. Это выглядит вот так. Ну, надеюсь, я найду. У меня есть съемки, я тебе могу скинуть. А, с... Нет, я хочу просто как на собаке это выглядит. А, на собаке на Алике можно. А я тебе могу фанатовную съемку просто дать. А папина не пришла эта штука еще с Алика? Нет. Вот. Блин, мы 100 кадров... Ну, ладно. И мы провели тестовую съемку с Леной. Так. Надели на Шелдона. Чтобы Шелдона одеть в эту сбрую, надо как минимум 2 человека. Извини, не могу это не сказать, ебать вы мамиксы. Так, и чего? Это было сложно, но мы с помощью пару сосисочек справились с этой задачей. Не, ну если собака постоянно заталкивает сосиску по кусочкам, то она, в принципе, стоит более-менее ровно. Да, в принципе, меня можно нарядить. Когда на нее эту сбрую надевают. Ну, и чего? И съемка на самом деле охеренная. То есть GoPro-ха, она, ну, я на него 10-ю повесил. В лесу я навряд ли буду вешать на него 10-ю GoPro-ху, потому что эта собака имеет силы и возможность найти любое говно, ну, человеческое, которое в кустах вот кто-то отложил, и туда прямо рухнуть, и, как любая собака, которым это нравится, искупаться. Я как представлю, что моя 10-я GoPro-ха, знаешь, когда он холкой ложится вот туда, и вот это вот начинается все. Эти съемки не всем могут понравиться, прежде всего, моей камере. Ну, ты понимаешь, что такого еще не было на Ютубе? Короче, мы провели тестовую съемку в квартире. Это выглядит очень забавно. GoPro-ха работала на минимуме своих возможностей с точки зрения стабилизации изображения. Но даже этого хватает, чтобы картинка была более-менее четкой. И вы полностью во время этой картинки погружаетесь в жизнь собаки. То есть ты сидишь реально. И вот это вот, знаешь, вот вид это вот такое. Два уха. И вот снизу чуть-чуть головы, если вот вперед камеру направить. И вот он бегает по квартире, за мной я даю какую-то там ему сосиску еще, и там вот это вот отряхивание, это все вот видно, и там полностью погружение в мир собаки. Он прыгает на кровать, куда-то там подскакивает, а потом GoPro-ху можно переставить назад, и это свой канал может создавать. Жизнь жопы Шелдона. Кстати, вот это было бы интересно. Я тебе, знаешь, что другое скажу? Есть ощущение, знаешь, есть такая игра, где ты играешь за козу. Да. Я просто есть игра, где ты играешь за камень. Я просто боюсь... Нет, ладно, с камнем понятно. Я просто боюсь представить человека, который придумал игру за козу. Скорее всего, он купил GoPro также изначально. Такой, типа, блин, да, такой, типа, блин, моя любимая... На козе закрепить GoPro-ху элементарно. Собака более подвижная, конечно. Она может скинуть. Смотри... На козе можно два рога закрепить наглухо вот так вот. Я, конечно, не хочу касаться этих шуток здесь, на этом канале, но смотря, что с козой делать. Ну, то есть, коза же горная коза, она может бежать под... Нет, ты, я имею в виду козочек, которые живые, домашние, не горные бараны, которые под весом скалам. Ну играют. Да, я таких имел. Вот мне кажется, вот это... Ты его поймай вначале. Что, горную вот такую вот козу? Ну, сосисками. Ну, а чем ее еще? А на какие сосиски? За сосиски и двор стреляю в упор. А, ну, за вязанку, знаешь ли. Молочные? За сосиски и Шелдон горным козлом побудет, по всем ответственности. Ой, ладно, вешайте уже рога на меня, заебали, нормально все, мне нравится. Мы плавно продолжаем дальше, ребята, иначе это просто будет неискончаемый фонтан историй, а он продолжится в следующую пятницу, если что. Охота крепкая, день. Не знаю, может быть, мы мало выпили до этого, но все как будто бы вот такое, как бы, вроде как бы даже и можно пить. Не, ну это противно. Да, это прям... Но оно... Нет, оно еще, нет, оно еще пустое. Оно горчит, оно пустое. Очень неприятно. Оно горчит не хмелевая горчинка, а именно горчит неприятно, как будто она жженка какая-то горчит. То есть... Оно как на водке сделано. Знаешь, как будто, типа, взяли водку, ой, взяли пиво легкое и туда добавили водки. Ну да, это ёрш. Угу. Оно как ёрш пьется, в принципе. Не, ну вряд ли они заявили такие. Ну, слушайте, в этот раз мы пошли по новому пути. Хотя, ребята, у нас вот там ждет подборка, а вы его слушай, уже видели. Ну вот эти ребята в составе заявляют, ну вот по факту, если брать,
Солод пивоварный ячменный, светлый ячменный пивоварный, а нет, мальтозный, глюкозно-фруктозный сироп все заявляют, судя по всему. Видимо, без этого на больших пивоварнях такой градусности нормально не добиться по-человечески. Я не думаю, что-то я не то пылю. 16,8, алкашки 8,1. 8,1. Ну, короче, нет. Ребята, вам осталось терпеть меня недолго с этой штукой. До 31 января. Ну, потом еще в январе выйдет 3-4 видоса, но это записано будет в декабре. Я к тому, что потом я больше... Про что? Ну, что, типа, если вдруг люди смотрят это, я не знаю, когда он просто в январе выйдет, в декабре, я просто... А, ну говорю... да, ты же заканчиваешь. Да. Общение с членом сатаны. Да, все, хватит. Слушай, да я что-то затрахался. Ощущение, что реально стало прям вот как с сигаретами раньше было, то же самое. Ну, типа, ну, нет. Ты ждал? Одно бы дело, когда это было бы, как, например, есть у меня один друг, очень похож на тебя, кстати, сказать. Вот он редко, ну, приезжает такой, типа, и покуривает иногда редко. Так бы это здорово было. А когда ты на постоянке все это делал, ну, типа, заебало уже. Как будто бы ты... Ну, есть другие радости в жизни, типа, вот я за это. Какое пиво? Я, может, даже, знаешь, что? Я, может, даже за то, что Винстона накурнуть иногда. Ну, Винстон хотя бы в кадре нельзя курить. Да нет, я шучу, я хочу вообще бросить, попробовать это все. Не понравилось, очень плохо, очень спиртуозно, охота, по-моему, даже вишневая была норм. Но я это было очень давно, когда мы пробовали. Ну, там ароматизатор вишневый маскировал все те недочеты, да, которые есть в этом пиве, да, это все. Но мы сегодня сделаем свое вишневое пиво в рамках... Я думал, он забудет. Нет, я очень хочу, и Амстел оставь, вот сам стал, блин, там вообще все выпили. Точно нет, едем дальше. Так и чего, а ты как так вообще? Я Амстел могу вот этот свой оставить пока, на всякий случай. Ну ты давай мы только свой приберем. Так а ты свой тоже оставь. А у меня, я не знаю уже где мой. Ну вот по цвету вот этот вот. Вот этот, да? Да, я понюхаю. Понюхай. Да. Да, оно? Да. Угу. Алиса, постережи здесь наше пиво. Балтика 9. Нашлось в интернете. Балтика 9. Крепкий лагерь с содержанием алкоголя 8%. Пиво производится по технологии низового брожения. Крепость достигается естественным путем, благодаря использованию дрожжей, рассчитанных на интенсивное и длительное брожение. Напиток отличается свежим вкусом, легкой хмелевой горчинкой, мягким послевкусием, с нотками солода. А еще я знаю, сколько градусов Балтика 9. Рассказать вам по секрету? Нет, Алиса, нет, спасибо. Спасибо. А че я раньше вот сам это все озвучивал? Это ж удобно. Яндекс, я до сих пор не понимаю, почему вам не интересен контракт с ТБП. Ну да ладно. Не, ну удобно же. Ну нет, если честно, это реально удобно. Ты знаешь, такая, Алис, прочитай, пожалуйста, этикетку Балтики 9. Целиком. И она такая, типа, ну поехали. Далее. Загадочно улыбнулась. Лена сегодня немножко не в настроении, ребят. Там свои проблемы. Что-то с туфельками. Так. Балтика 9. Что скажешь? 16 плотности, 8 алкоголя. Я это уже слышал. Ну да. Я все забываю, что, оказывается, есть помощник теперь. Я заметил, что все эти крепкие сорта пива, они сброжены на самом деле по сахару-то практически в нули, в отличие от всяких евролагеров и всего остального, у которых хоть какой-то остаточный сахар остается. Ну там бы иначе ничего не осталось, если бы они вот там вот сбразили с тем количеством, там бы ничего не было. Ну, объективно. Ну да. Ой, вот она пахнет мне неприятно. Она пахнет перегаром завтрашним. Ну, как будто бы после этого даже не стоит садиться за руль. Блять, ну вот сука, ну вот правда, вот без прикола. Ну это правда плохо. Ну вот даже в сравнении вот с этим всем. Это даже, ну это не похоже на пиво. Угу. Это просто... Кисло какая-то, кисло-паточная фигня. Вот это, кстати, дико кислая штуковина. Она прям очень кислая. Она прям на уровне того, что оно прям сводит тебя здесь, и при всем при этом у тебя все замыкается в спиртуозную часть. И при том я прекрасно понимаю, что у этого продукта есть свой круг потребителей, потому конечно, что вот это... Они бы не продавали Денета с таким количеством. Ребят, честно, неприятно. Я после... В туалет Денис не из-за этого отходил, конечно же, но
Бля, ты посмотри, как херово, да, надо этот самый, надо да, таблетку. Да, в посудомойке что-то делать. Да не, ну, ты что сделал со своей посудомойкой? Сломал. А расскажи ребятам. Ну, короче, сделали кухню. О, ребята, моя любимая тема – по домам. Как с ремонтом дела? Короче, его надо продолжать дальше. А что случилось, правда? Посудомойка выдала ошибку Е4. Маленький вопрос. Лен, не слушай, что я сейчас буду говорить, умоляю. Она эту ошибку выдала после того, как кто пользовался ей? Я не помню. А я? Ты загружала? Да. Брат, я тебе дам оберег. Не, аквамен от затопления. Другой. Ну, у меня же, как видишь, на воротах аквамен не стоит. Ну, короче, машинка свежекупленная, которой нет еще и 3 месяца, выдала ошибку Е4, что означает перелив, либо высокое давление на входе, либо перелив. Е4 она тебе написала? Да. Так, а может, она просто в коробке. Ход ждет, да? В коробке. Е4 убил. Да, я об этом говорю. Не, я-то про шахматы сейчас. Пешка на Е4. Е2, Е4 пешка, я должен что-то на меня ответить. Нет, там должны быть две эти самые, типа. Так он посудомойка походила, мой следующий. Е4 похоже на кораблики. Е2, Е4 белые ходят. Нет, я, блядь, я заебал. Мы с тобой сделаем турнир. Так. Ну и так как у нас была неправильно сделана замерка кухни специалистами, которые делали эту кухню, то посудомойка у нас не просто вытаскивается, как у всех нормальных людей, вот так вот по кафелю вот на себя. Она у нас углублена вниз в пол, потому что иначе бы не легла столешница. И теперь для того, чтобы достать посудомойку и устранить эту ошибку, эта ошибка означает, что там этот датчик, который аквастоп всплыл и заблокировал работу. То есть в поддоне машинки вода. Надо либо ждать, пока эта вода высохнет, я так понимаю, либо вытаскивать машинку. А вытаскивать машинку — это разобрать пол кухни, потому что вот так вот ее не вытащить. Надо снимать столешницу, все разбирать и вытаскивать машинку вот так вот. Че думаешь? Жду, пока вода высохнет, пока. В церковь не ходил? А ты, кстати, в церковь не ходишь? А в детстве ходил? Нет. А мама, у тебя мама верующая? Да тоже не особо. Ну не особо или верующая? Нет. Ты крещённый или нет? Да, но меня туда отвели моего ведома. Ну, меня тоже без моего ведома отвели. Не, меня просто без моего ведома отвели, но еще водили только какое-то время. Я потом уже... Я здесь на пикабу... Чтобы привыкал, да? Хотели в монастырь, но не проснулись. Я так и не понял, почему. То есть, ну, к сожалению, я здесь на пикабу видел позу. Я, ребят, наверное, не смогу его найти. Очень интересный, типа... Ребята, типа, там такая тема была, знаешь? Как это превратилось в это? И там, типа, показывают, знаешь, там дерево растет, Иисус стоит около дерева. А следующий кадр, короче, это золото, бриллианты, вот это все. Как это в это превратилось, я не понимаю. Ребятоньки, это просто шутки очень плохие, мы абсолютно... Блин, на самом деле, если честно, мы очень о многом можем разговаривать здесь, но все равно есть... Ты чего время торопишь? С бортов согнал. Есть момент именно какой-то цензуры, к сожалению, мы это понимаем. Вы поймите, что это не просто так, а потому что прилетает. Кстати, я хочу просто это показать, многие просто смотрят это видео и не понимают. Я хочу просто кое-что показать вам. Вы же порой видите вот этот фон. Вы должны понимать, насколько мы заморачиваемся. Просто это вообще ведет... Не-не, все нормально. Это все ведет стример. Вы ставьте лайк, если знаете, кто это. Но он у нас в маске. И со стороны кажется, как будто бы просто играют в игру. На самом деле Лена не играет в игру, да? Лена у оху**ки стоит. Какой год, такая елка, ребят. А, вот. Боярин Морозов. Да. Они все стандартно, абсолютно 8 алкоголя при начальном... Вкусные колбаски, Лен. Да. Трехсосенские, 8 алкоголя при 17 начальной плотности. Так это должно быть, жирно. Вся эта плотность достигается в этих... Я уже пересмотрел все этикетки и понял, что вся эта плотность в крепких сортах пива достигается, да, сахаром, сиропами, глюкозой, фруктозой, чем угодно. То есть, скорее всего, там, да, солод... Ну, им дешевле, солод, чем конечно, солод добавлять. Есть, но проще сахаров насыпать. Я очень жду, когда мы дойдем до Балтики зимняя темный эль с мандарином.
Потому что ребята украли у нас идею, скорее всего. Не уверен, что они, конечно, но настроятся, варились. Ну да, но 4,6, ну дико хотелось попробовать вместе с вами это пиво. Специальная серия. Поэтому мы потихоньку... А ты не видишь, сколько мы уже пишем? 55-59. Ой, отлично, мы, скорее всего, еще в 1:20 уложимся. Ребята, родненькие, я прекрасно же вижу. Вот Антоха, Леха и Димон. Вот вы опять не ставите лайки. Денис наверняка видит других людей. Да, вижу Настю, Олю и Катю. Но почему? Почему это происходит? Вы же понимаете, что это недопонимание у нас в компании. Поймите, когда алкоголь остается на утро, это, ну, проблемы в компании. Вот здесь то же самое с лайками. Мы видим, что вы не долайкиваете. Это ненормально. Если вам что-то нравится... Долайкните. Например, вам секс нравится, вы целуетесь, да? Например, вам нравится, вы говорите, там, какой-то продукт, вы говорите, спасибо. Здесь давайте относиться к лайкам как спасибо. Черт возьми, если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, лайк. Будет приятно. Я сейчас подумал, ты сказал такую фразу, что если алкоголь остался на утро в какой-то компании, то это говорит о чем? О проблемах компании. Да, а если мы уже находимся в нашем возрасте, когда алкоголя в доме много, его мало кто пьет, и вот если выпить весь алкоголь, например, у меня в доме, до утра хер кто доживет. У тебя там, нет, у тебя там гвардия. Там можно лося свалить количеством алкоголя. Там оно просто стоит, и все. Там можно лося замариновать. Да, алкоголь. Ванные прямо. Слушай, ну мне не так с алкоголем. Не, ну так, конечно, но... Крепкий, вот вискарик у меня как-то расходит. Мама сейчас подарила хороший вискарь на день рождения. Я такой типа, ребят, спасибо огромное, кто поздравлял с днем рождения. Я забыл с этим сказать. Очень приятно, вы самые лучшие люди планеты. Я это давно говорил. Вот. Я к тому, что какие-то хочется лайтовые вискари пить иногда, но я иногда приезжаю, вот у меня правда, знаешь, вот... А что такое лайтовый вискарь? Недорогой. А, ты с точки зрения цены. Да, блин, дарят вот дорогие и типа приходится их пить. Ну я объясню. Прям заставляют из-под палки. Я объясню, у меня два вискаря, которые я не тронул уже третий год. Это Саша дарил, очень дорогой, 85-го года, в какой-то этикет. И Катенька подарила, вот в первый год нашего знакомства, она подарила вот эту бутылку, там какой-то конь нарисован, бурбон. А я тут заехал, хотел Джеймисона себе купить. Ну просто, чтобы был типа в запасе, вот знаешь, ты вот... Джеймисон, который зеленый. Ну, так тебе, он тебе не очень нравится, а мне нравится такой чисто выпить. А Джеймисон... Не, я просто этикетку пытаюсь вспомнить. Зеленая. Угу. Это ирландский вискарь, и он, ну, на мой взгляд, он нормальный. И, короче, я тебе честно скажу, его нет. Но зато теперь есть вот импортозамещение. Но ребята уже видели, мы еще не пробовали этот Джим Бим великолепный. А, вот этот первый выйдет, да? Да, вот, опять да, тот первый выйдет. Боярин Морозов. Запах такое. Санина. И запах, и вкус санина. Но запах больше бьет. Они, по-моему, соревнуются с девяткой. Да, но это хуже, нет, это даже хуже, чем девятка. Оно еще и разведен. Оно как будто бы, ну оно 8 градусов, это 9 все-таки. Я не знаю, фоткал я, нет? Попробуй, они такое впечатление вообще из одного танка набраны. Только цвет разный сейчас, почему-то. Да, я сфоткаю. Я это в пятерке, кстати, покупал. Барбершоп, как будто бы, да? Ну да, вот пример. Я вот был примерно такой же, только вот без верхней шевелюры 4 года назад, то что мы что там. Что-то... Я умудрился сегодня еще и круги закрыть. А, то есть ты вот пока здесь сидел, вот этот час ты какие-то круги там закрывал, да? Ну, не они знаю. У тебя настроены на количество алкоголя, поступающего в организм, и какие там круги закрываешь. Блять, я знаешь, что зараза? Я хотел похвастаться, но не получилось сегодня. Чем? Ножом. Я его сдал. Куда? Ну, обратно отдал. Зачем? Клинок маленький. А. Не получилось сэкономить. Типа я купил недорогой, а у него клинок вот, он где-то вот, ну, такой, да. И я типа, блядь, я походил, блин, Диня, вообще пиздец. Шаверму не разрезать в машине. Дело не в шаверме, дело в том, что даже вот тактильно он маленький. У меня рука не самая большая, но он просто, знаешь, типа нож не твой как будто, знаешь. Вот у меня есть нож, вы дарили мне, Касуми. Вот он прям мой, мне нравится. Ну он такой, он типа, знаешь, как будто бы, как, вот если бы вы мне подарили на 90 лет, я бы понял, типа, чел, умирай, и вот тебе хорошо там будет с этим ножом. Вы мне подарили это просто как бы, ну, немножко раньше, в 23. Вот, и я к тому, что вот это, вот я прям типа, я потратил много денег на него, и я понимаю, что я типа не получаю удовольствия. А я хотел сэкономить, я хотел, там у них, знаешь, градация какая идет? Да, знаю, у Микротека. Да.
типа, самое дорогое стоило там 60, я такой, типа, 32 по скидке. Отлично, беру, дайте два. Ну и типа, не мое, я отдал и вернули. Но ношу кайфово, все, как ты говорил. Да, конечно, фыр-фыр-фыр-фыр, все отлично работает. Механизм классно слышен, тебе нравится звук, тебе нравится все. Но клинок вот просто не мое. Поэтому он... Поэтому нет. Это я дал тебе сравнить. Вот что потемнее, это буярень. Но здесь совсем запаха нет. Здесь у Балтики она хотя бы... Она не одинаковая. Нет, я бы сказал, что здесь разведенное, оно как будто с водой. Оно как будто бы здесь менее плотное, что ли. Как будто здесь вот вообще сахар остался. Оно вообще не плотное, оно легкое в каком-то смысле. Только единственное, что оно вот сахаром добивает тебя на послевкусие, и все. Такое впечатление, что это на дистилляте сделано, а это на ректификате. Как и вся наша линейка будущая, да? Ребята, вы уже видели этот видеоролик, кстати, в какой-то веке. Ссылочка. Сейчас, видите, вот здесь выскочит. И не пизди, Морозов, что ты заебываешься, ставить такие вещи на монтаж. Это не на монтаже, это на загрузке в YouTube уже ставится. Хочешь, я тебе прикол покажу, пока мы здесь? Короче, подкаст с... Яндекс.Плюс. Короче, подкаст с борщом. Вы все там типа, боже мой, как это плохо. Я просто Денис хочу просто показать. Да я уже вижу. Это просто вот я просто хочу тебе просто вот этот пиздец показать в монтаже, который я пережил. И это везде, короче, ты понял, это везде типа регулирование звука, потому что компрессия не работает, лимитер не работает, там просто потому что... Я вижу, у тебя эти ограничители. Да, 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 да. Ребята, и вот вы скажете, ну ты что сделал, ну а так и что вы думаете, ну борщ, вы же сами понимали, что у него негатива много, ну во-первых, для меня удивительно было, что негатива много, и типа, а и что вы, типа вот поняли, урок для себя получили, что борщ это не ваш был гость и нам он не понравился. Еще раз объясняю, YouTube канал, это коллекция видеороликов, и мне безумно приятно было в эту коллекцию добавить наш диалог с борщом, он был волшебно хорош. Мне понравилось. Я не получил дискомфорта. Возможно, он плохой человек. Возможно, мы не затронули те темы, на которые вы сагрились в свое время на него. Но типа там мне начали писать такие, удали этот видос, он вас зашкварит, как ТБП. Да почему? Ребята, поймите, у нас Бервария, когда был в гостях, видос, то же самое писали. Когда у нас был... Таркас, когда мы на Таркасе были, то же самое. Когда мы на Фобрюверс, там и просмотров-то не было, такие, боже, нахера вы, типа, за бабки опять же приехали. Люди же думают, что, ну, не совсем допонимают, как бы, наверное, как это все работает, да. Но мы все продолжаем. Я к тому, что просто... Ладно, что ты... Вот это я... О, Лен, вот сейчас скажи, хватит ныть. Вот сейчас, правда, ною, потому что обидно. Потому что стараешься над хорошим... Вот это я смонтирую, типа, на изи-катку. А вот это я старался, и, типа, это убито, нахуй, 10 часов на вот этот видос. И он вам не понравился. Конечно, это грустно. Бер-бер. Что скажешь за бер-бер? Ну, здесь что-то про Данию пишут на этикетке. Про Данию пишут? Данию. Степи ветер? Нет. Сейчас, подожди, кто это делает, чтобы все точки на... У них есть, смотри, у них есть контроль качества, стопудово хорошее. Проверено Роскачество. У Атяшева, ну, такое здесь... стоит. Ну, за качество и двор стреляй в упор. Это МПК. Вы знаете, не знаю почему, но мне захотелось открыть баночку Брюдога. Открывай. Там, наверное, и запах такой же. Ну-ка. Ну, блин. Да, Брюдог, вы охуели пиздить у Бербера? Блин, когда-нибудь мы расскажем, в чем прикол Брюдога, потому что вы много до этого раз видели Брюдог, до этого был, как он назывался, не помнишь, синенький. Бирюзовая, Тиффани этикетка. Тиффани Эмбертисон, но я забыл, как она называлась. Ну, конечно, тоже вкусная.
Хейзи Джейн, правильно. Ну, мы как-нибудь расскажем на стриме, потому что на стриме это не так. Я теперь умею Хейзи Джейн и Planet Pale отличать вслепую просто по запаху, если банку в 5 метрах откроют. Не факт. Но она легкая. Хейзи Джейн был хотя бы 5 с чем-то, по-моему. Нет, то сколько его было выпито. Ну, выпито было, да. Именно поэтому я захотел распаковать все и вот так вот расставить рядом. Я такой, типа, блин, вот хочется заходить. Но они еще и прохладные там в подвале. Когда я эту дверь ставил, а это какой, кстати, год был? Когда эта дверь появилась? Вот это, которая сейчас, это вот этот. А в какой месяц? Я ставил в январе начал. Я начал с собой заниматься. Он что-то знал. Потому что у него дверь в подвал, это примерно по степени бронестойкости 5 моих входных в квартиру. Я тебе объясню. Если тьфу-тьфу-тьфу, блядь, не дай бог, что случится, все, что я смогу сделать внизу, это просто упиться насмерть. И облиться соусами. Нет, подожди, нет, упиться... Нет, я еще в принципе, от индилайт могу сдохнуть замороженный. Там дверь, которая выдержит прямое попадание ротного миномета, блин, я клянусь, это я не знаю, кто ему это проектировал, но сделано не то, что на века. Ну кайфово, ну хорошо же сделано. Она еще открывается, она на пневмоцилиндрах сделана, она открывается звуком, как будто ты бомбоубежище реально открываешь, там вот нажимаешь ручку, она так... И вот эти вот все звуки, и ты такой, ну да. Когда я делал проект дома, я изначально хотел просто такую штуку, но когда я это делал, я не понимал, сколько будет стоить ремонт в этом всем. И когда я начал делать ремонт и понимать, что кухня уходит столько, это столько, я такой, типа, подвал, да господи, ты же помнишь, какой подвал был до этого? Ну да. Там вообще... Ну, бетон, земля и два выхода вентиляционных. И типа потихонечку, помаленечку все доделалось. Ну, блин, ну все. Дом это залупа, ребята, серьезно. Дом это залупа, потому что ты такой, типа, здесь вот уже баню бы неплохо было построить. Которая, в принципе, есть, но ее надо снести. День, я, во-первых, перед тем, как выкидывать оттуда все, я позову тебя, потому что там реально очень много всего, скорее всего, действительно годного. Я бы заплатил огромные деньги, чтобы мне дали какое-нибудь телепортирующее устройство. Знаешь, как вот это вот окно открылось, а второе так окно открылось бы у меня в гараже. И ты просто так вот. Даже не говори, что там есть. Да. Блять, я прикинь, знаешь, что единственное, я вот раз колеса же, я для колес зимних, я купил себе такую залупу, типа, знаешь, обычно колеса, ты же не знаешь, во что запаковываться зимние резины, потому что у тебя летние нет. Короче, ну вот эти пакеты целлофановые, я себе на Алике заказал такие пакеты, которые типа не пакеты, а... Как тебе объяснить-то? Чемодан Луи Виттон, да? 1900, по-моему, рублей стоило. Луи Виттон на Алике так и стоит. Короче, фишка в том, что оно запаковывается, и оно очень плотное. То есть шипы, пока ты везешь машину в машине, это все, у тебя шипы не продырявливают кожу и вот это все. И там типа каждое колесо подмечено. Фишка в том, что я их поставил туда, вот туда, ну ты знаешь куда. И эта сука пидорасина берет и падает на пакет Икея. Икея это такой магазин, помнишь, был там мебель, да. Всякую хуйню залупу продавали. Вот, и она просто вот так вот рушится. Я даже не открыл пакет, я такой... А в Икее что было? Ну вот моя коллекция бокалов. Ну не вся. Это одна седьмая коллекции, но скорее всего там что-то померло. Как ты элегантно от них избавился. Ну блин, мне же обидно, я-то хотел изначально в барах передать себя, чтобы отдать хотя бы так. Ну там что-то побилось, что-то нет. За двоих заходим, посмотрим, что случилось. Опять же, обзор на... Ладно, разбитые все. Бокалы? Ладно, все. Это лучше, чем это. Но вот это, вот это пока сегодня топчик. И, вот, и кстати, не поверишь, вот это на втором месте. Последнее. Здесь просто ничего не сказать, оно как бы средненькое, серенькое, да. Непонятное. Но оно хотя бы питкабельно. Да. Но оно и самое алкогольное, кстати, из всех представленных. 8,3, да. Ну, не так чувствуется. А теперь ребята, короче, из Балтики решили украсть идею у ТБПшников и сварить что-то с мандаринами. Я помню, блин, а ты помнишь, как мы ездили? Вы знаете, ребята, честно, это какая-то некая романтика, и вы поймите, для нас ТБП это тоже... Многие такие, боже мой, это... Не об этом речь. Речь о том, что для нас это очень приятное ощущение. Ты же помнишь, как мы первый раз ехали с тобой в Ашу?
И варили пиво с мандаринами. Да. Ну, помнишь, как вы чистили, я снимал. Сева еще не в Турции жил. Еще, да, не соскучился по этому всему. Не знаю, мне так приятно, что все это... Да, блин, чертовски приятно, что это все может быть у вас на глазах. Так. Я вначале прочитаю. Давай. Превьюшку? А ты можешь вслух почитать? Насыщенный темный эль с ароматом. Нет, вот можно вот это, вот отсюда. В ваших руках Балтика зимняя. Новый сорт, созданный специально для зимних встреч с друзьями. Насыщенный темный эль с ароматом самого зимнего фрукта, мандарина. Обладает сбалансированным вкусом с легкой кислинкой, который дополняется мягкими пряными нотками гвоздики. Балтика зимняя отлично подойдет для зимних вечеров в приятной компании. Сейчас, подожди, я хочу прочитать. Что у них в составе. Если ты сейчас скажешь, что это делает МПК, я охуею. Ароматизатор пищевой апельсин, мандарин. Уже наебали. Ну, блин. Единственное, ребята, то, что сейчас капелька попала на футболку. Футболка специального материала, что буквально 2 минуты вы не увидите. Вот сейчас проверим. Футболки. Ароматизатор пищевой... Да, это все из концентратов, потому что у них сок концентрированный из мандарина идет после всех ароматизаторов. То есть они, видимо, там 2 капли сока туда бахнули. А что это я сделал, что у меня 2 капли здесь появилось так? Я это видел, вот это вот раз, и 2 капли появилось. Блять. На всякий случай. Короче... Можно понюхать-то уже? Да, нюхай. Ну, кстати, запах-то мандариновый. Очень специфичный. Ну, специфический, конечно, да, но... Да, пахнет мандаринами, но пахнет мандаринами, но не мерзко. Как вот жвачка мандариновая. Ну да, ну не супер мерзко, типа ты не такой не скажешь, что это супер дерьмо. А, жвачка, бабугам. Жвачка, бабугам, я говорю, точно, пахнет жвачкой. Да. Ну да, на запахе это все и заканчивается. Кстати сказать... Это дает отдаленно привкус выпечки, потому что там еще гвоздики набуханы ароматизатора. Сейчас я объясню. Я сейчас все объясню. Я даже объяснять не хочу, это мега невкусно. Это вода. Не, на самом деле, правда, вода. Это вода с ароматизаторами. Притом ароматизатор гвоздики моментально вылезает и дает... Пивного вот здесь насыщения нет вообще, согласен. Вообще никакого. Mm-hmm. Здесь вот есть вода, которую набухали какой-то кондитерки из-за гвоздики. Это ароматизатор гвоздики так работает. И на запахе у вас бубль-гум мандарин. Все. Я полностью согласен. Мне не нравится. Я гвоздику, правда, не чувствую. Это самое провальное пиво из сегодняшних, на самом деле. Слушай, а гвоздика где она используется? В каком супе? Я забыл. В этом фубоже, по-моему, да? В фубошке идет немножко. Ее в некоторых рецептах туда кладут, но, по-моему, в классическом нет. Нет? Там этот анис, ну этот бадьян используется. Ну бадьян, не, бадьян, это понятно, он для бульона, там все понятно. А по-моему, что-то вот кто-то в какой-то суп прям кладут. Да гвоздичку кинуть в любой бульон неплохо. Она, если там... А, гвоздика, 1-2... это же которая, типа, втыкается... Зонтик. Кинул и забыл. Он дает какую-то такую, что-то вот, ты хер распознаешь. Блин. Я в этот раз... Если не переборщить, конечно. Я в этот раз смотрел просто рецепты и, короче, наткнулся на рецепт, где чел готовит окорок американский. И он, короче, знаешь, он делает такие вот отрезы, ну, он с сеточкой, ну, это я понимаю, для чего он делает. И он, короче, в углы этих сеточек втыкает вот эти вот штуки. И запекает так. И на мой личный взгляд, гвоздика достаточно резкая специя. Но втыкать я бы не стал, потому что в тех местах, где она будет воткнута, там прям будет перенасыщение. Вот. Мне очень нравится рецепт того же самого, пускай вы хейтите борща. Вот борщ, когда делает асабука, он кладет вот эти вот как раз бадьяновые части, чуть-чуть бадьяна и гвоздики просто в бульон, в котором тушится асабука. Mm-hmm. И вот там вот это прямо вот раскрывается мясо отлично, голяшка вот это говяжье. Mm-hmm. Если воткнуть его в мясо, я боюсь, там возникнут проблемы именно в этом кусочке, где это будет воткнуто. Вокруг. Да. Да, я согласен, мне тоже так кажется. Денис Дмитриевич, что у нас по фронту с колокольцом? Сейчас была шутка, ты сейчас замялся, но я не стал ее озвучивать. Я даже побоялся предположить, что это могло быть. Колоколец... У нас просто, я не знаю, я могу перебить тебя ненадолго, буквально ты можешь как раз додумать свою чушь.
Я к тому, что я недавно загружал видеоролик, и он прям вообще не прогрузился, и нам сразу дали 18+, это без прикола, кстати, говорю, с борщом даже вообще не дали ничего, то есть там просто сразу же ни рекомендаций, ничего. Я удалил, перерендерил в 1080, хотя в 4К 5 часов рендерить — это заебись. И вот, может быть, какие-то комментарии есть. Так вот, почему сразу все сняли плашки и все остальное, наложили все ограничения, которые только можно было наложить? По одной простой причине. У них сейчас нет народа. Народа? Вообще. Офис пустой. Да ты что? Я звоню, там автоответчик. Удивительно. Это куда ты звонишь? В Лондон. А, в Лондон? Ты знаешь где? Не, сейчас все появятся. Сейчас все вот там вот на чемпионате мира европейцы отсосали и вернутся сейчас обратно. Сейчас футбол. Сейчас все заработает, да. Сейчас футбол, точно. Поэтому германский офис заработает, лондонский тоже уже на очереди. Я думаю, все будет нормально. Все наладится? Да. Ну, с автоответчиком я ему, конечно, оставил там предупреждение, что мы как бы, ребят, поймите, терпение не вечное. Мы долго ждать не будем, но... Ну, ты правильно. Сам понимаешь. Мужик, на самом деле, мужик. Да. Что надо делать? Ну, пока все остается так же, колокольчик лучше прожимать. Да, колокольчик, да, однозначно. Ну, автоответчик мне тогда еще сказал, помню, как сейчас помню. Че говорит? Говорит, несмотря на то, что все находятся в Катаре или Катаре, где там сейчас все? Кюатар. Катар. Дубай, по-моему. В Дубаях? Дубай говорит, в Дубаях, но колокольчик жмем. Жмем. Я такой, точно? Они говорят, да, автоответчик. Это автоответчик, да, сказал? Ну, у них там машинный разум, понимаешь? Я начинаю, Денис, сомневаться, что у нас... Они же там, знаешь, чем пользуются? Ну, нас сейчас узнаю. Ты не в курсе? Чем они пользуются там? YouTube автоответчик чем пользуется? Нет. Чем? Алисой. А, да, ну, блин, да, это инновационно. Он такой, когда, знаешь, что-то так надо... Так что, сейчас ушли. Я ему говорю, они же ушли сейчас. Надо жать, он такой микрофон прикрывает, такой, Алиса, надо! По нашим сведениям, вот так вот, такая, он такой, а, да, надо. Вот такой умный автоответчик. Понятненько, но я слышал, что Алиса ушла сейчас в Англию. С большой сцены? Да. Ты слышал об этом? Не, правда, кстати, у нас без прикола. Они же ушли, ну... Мы политики не касаемся. А, ребят, с вами был, как всегда, Денис. Понял, очень интересно. Алексей! И теория большого пива в рамках ТБП. Все, ребят, от души, пока-пока. Счастливо. Алиса, скажи пока. Только не жгите мосты и возвращайтесь скорее. Ну, такая, да. Молодец.